Представляю. Кладу руку. Руку не видать, да? Ну, короче, так. Так, у меня неспокойное состояние. Одевается вот таким образом, чтобы было на 1-2 сантиметра от изгиба. И провод сюда. Воздухопровод. Так. Пробуем. Я говорю, у меня не особо состояние спокойное, поэтому не исключено, что давление будет больше, чем надо. Ну, самое главное не это. Самое главное... Расслабьтесь. Сядьте. Расположите руку на столе. Во время измерений не разговаривайте. Подумайте о чем-то хорошем. Начинается измерение. Ваше систолическое давление 153. Ваше диастолическое давление 87. Ваш сердечный ритм 78. 12.03. В соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, ваше давление высокое. Да, естественно. Так, поехали. Теперь давайте посмотрим, какие давления были раньше. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. Десятое. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Обратите внимание, дата 27-26 февраля. И вот сейчас я вам покажу. 25. Первое, 01, представляете? То есть, что произошло? Сели батарейки. Так, надоел ты мне. Пока выключим. Сели батарейки и... Вот сейчас он должен сказать, что Bluetooth включен. И начинается вот поиск. Этим мы ставим... Так. Это вниз мы двигаем. Год. Год. Следующее. Месяц. День. 24 часа. Меняем этим. 12 часов 5 минут. Ой, 12 часов. Минуты. Это звук. Троечку ставим. Либо можем вообще отключить Бурунова. Троечка. Самая большая. Все. То есть вот таким образом мы меняем. Теперь, если долго удержать плюс. Ну, кстати, вот экран видно, да? То есть первый пользователь, второй пользователь. Какой-то ангел. Я до этого не дошел, не знаю. Видимо, что-то еще. В паспорте я не нашел такое. Отключить звук. Обратите внимание, батарейки. Три батарейки. Если здесь мы ставим 4 батарейки, то здесь мы ставим всего 3 батарейки. И когда вот начинается накачивать манжету, то ну прям чувствует так... Еле-еле как будто тащит. О, это окей, значит манжета закручена. Это переключение между этими
Ну, кстати, может быть и значок Bluetooth такой, не знаю, что-то. Сердечки, что-то моргает, я так и не понял, что. Ну, дата до полудня, после полудня. Ну, мы поставили 24. Ну и здесь вот такие суммы, цифры. Вот таким образом. Расслабьтесь. Ладно, Сядьте. давайте еще раз измерим. Расположите руку на столе. Во время измерений не разговаривайте. Подумайте о чем-то хорошем. Начинается измерение. Ну, Ваше систолическое давление тоже высоко. 144. Ваше диастолическое давление 88. Ваш Все, сердечный пора ритм закапывать. 77 ударов в минуту. В соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, ваше давление высокое. Спасибо за использование. Желаю вам крепкого здоровья. Итак, значит, вывод. Давайте расскажу. Ну, во-первых, на сайте Сберздоровья имеются оба вот этих прибора. То есть этот давнишний мой прибор, которому уже там лет 7, наверное, и который я подцеплял к Samsung Здоровье. То есть все измерялось, все записывалось, все четко. Даже не нужно было заходить в приложение. Отверстия не подходят. То есть манжеты не подходят. Манжеты немножко разные. Так. С этим прибором. Законнектил я его Samsung Здоровье. Вот этот прибор сам законнектился в Samsung Здоровье. Я его не коннектил специально. Но мало этого. Еще и законнектился мой Samsung Fit 2. Это вообще обалдеть было. И однажды вечером, когда я пришел домой, в шторке уведомления я увидел, что у меня меняется пульс. Но я не знал, что Samsung Fit 2 законнектился в Samsung Здоровье. И я вижу, у меня пульс меняется в шторке уведомления. Там мониторинг идет Samsung Здоровье. И пульс меняется. Там 70, 72, 71, 73, 74. Я такой вообще в техподдержку пишу. Говорю, а что это, как это пульс-то измеряется? Этот вообще пульс, ну, может измерять, да, но, извините, он у меня стоит в одной комнате, я там в другой комнате нахожусь, а то и вообще не рядом с ним. И он, естественно, выключается. Они пишут, ну, может, вы все-таки измеряете давление с помощью него? Все, идите нафиг, нифига там, техподдержка самая тупая, какую я видел. Значит, потом случайно захожу в законнекченное устройство Samsung Здоровье и вижу, три прибора засунутых, законнекченных в приложении. Вообще было здорово. Но, к сожалению, пока мне больше не удалось увидеть вот этот, как меняется пульс. У меня есть где-то видео, я быстренько записал с рабочего стола, как прям онлайн меняется пульс. Но больше такого не происходит. Сейчас просто пишет, что, ну, вроде как, мы синхронизируем данные. Теперь по синхронизации данных. Значит, вот этот прибор Samsung Здоровье закидывает свои данные. Как только я измерю, сразу он закидывает. То есть просто телефон может лежать в другой комнате, но эти данные все равно залетят. Вот это, извините меня, говнище. Оно не закидывается до тех пор, пока ты не зайдешь. Ну, говнище может быть не сам этот прибор. Может быть говнище приложение Samsung Здоровье. Значит, получилось, что как только ты зайдешь, еще и в мониторинг зайдешь, в умный этот мониторинг какой-то, только тогда может закинуть данные. А так, даже находясь там иногда, вообще просто коннекта нету и все. Вот эти батарейки, которые я вам показывал, посмотрите, одно деление. Это три батарейки, которые шли в составе, ну, как в комплекте с этим прибором. Это батарейки сели за 3-4 дня.
за 15-17 измерений. Это что, это нормально, что ли? Ну ладно, батарейки, возможно, говно. Ну нафига их тогда класть? Лучше и не кладите их туда, мы сами поставим свои батарейки, да посмотрим. Не надо мне расслабляться. Все. Бурунов здорово, большой экран здорово. Работает тише здорово. Кстати, вот этот прибор, конечно, ой-ой-ой, как работает. Прям мощь. Так. Что надо? Плохо. Что тебе надо? Ой, ё, чудо! Не туда, вот сюда вставляет. Вот послушайте, как этот прибор работает. Это он стоит еще на резине. Ну, короче, а этот гораздо тише. Ну, ладно, эррор, куб, все понятно. Значит, ситуация здесь еще следующая. Мне этот прибор нравится. Все в нем хорошо. Ну, блин, вот эти некоторые фишки. Большой экран, всякая фигня. Русский голос. Прикольно. К сожалению, вот так. Ну, и видите, здесь 4 батарейки. То есть они, естественно, и маслают. Может быть, здесь двигатель мощней. Может быть, еще какая-то причина. Я не знаю. Ну, все. Поэтому давайте сделаем так. Значит, вот у нас есть промокод от этого прибора. Этот прибор вместе с промокодом, или если хотите, можно отдельно. То есть, чтобы два было. Я предлагаю провести конкурс. Ставьте под видео лайк, пишите комментарий, что вы хотите участвовать, либо любой другой комментарий, пофиг абсолютно какой комментарий. Ну и одно из условий, вы должны быть подписаны на наш телеграм-канал. Телеграм-канал будет написан вверху. То есть я проверяю вас по лайку, по подписке, по потом рандомно разыгрываю и отдаю вам Сберздоровье. Отдаю либо вместе с промокодом, либо два приза. Один промокод на 3 месяца будет. Умный мониторинг. Вот такие вот дела. Ну, если видео вам не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Умный дом своими руками». Все. Всем пока.